расскажете. Так, это вот этот шот. Да, это щенячий карта. То есть. Айда сюда, ты хорошая. А тебе забыть. А тебе замечательно. Сейчас поедем. Мы сейчас поедем. Первое время резко не меняйте, потому что вдруг запоносит. А, что это вы вот этим кормили, да? Ну, естественно, пощипать ее нужно будет немного погодя. Ну, или если не будете щипать, то подстричь. Ну, прочесать хорошенько, чтобы вот это у нее хорошее, жесткое. Мы приехали домой и дали масёл. Косточку жует. Кожаная шлейка, да? Смотри, ремешки какие. Покажись. Шлейка вот, где она там? Внизу. Подожди, вот она внизу, она просовывается, застегивается. И идем. Шлейка удобная тебе, а, Анна? Мягкая внутри, мягкая. Нечка, все хорошо держится. Все, пойдем? Ну все. Такой шлейк.
Ванна. Ванна. Когда мы ездили в питомник за щенком, нам дали подарок для щенка. Давайте посмотрим, что же там внутри. Открываем. Разрезаем сетку. Интересно, что же там внутри? Вот каши такие в маленьких упаковках. И хлопья для щенков мелких пород. Полнорациональный корм с курицами. Здоровый рост. 600 грамм. Педигри. С двух. Какие они там внутри? Первая выпала. Пахнет прям так этим, как в магазине. У них там целая пачка. На хлеб похож. Может, это хлеб и есть, засушенный. Давай дадим собачке, давай. Посмотрим, это, как она будет кушать. Ну, давай. Ну, как будем смотреть? Смотри, кушает. Ну, значит, можно не делать. Такое. Наверное, вкусно очень. Прям ест с удовольствием. Все разбросала. Приятного аппетита. Это точно. Почти доедается. Нет. Лана. Ну, куда ты? Иди сюда. Это так. Вот такая штучка. Давайте посмотрим, что там лежит. Пахнет так. Грызть собачкам, когда зубы, скорее всего, режут. И там три штучки. Пробуем палочку. Ладно. На. Пекает. Получается, собака должна грызть ее. Скорее всего, то, что маленькая зубы лезет. Сейчас посмотрим. Но твердая. Наверное, разместила. А получается... Нет, давай вот эти уберем, все палочки сразу давать не будем. Ну. Там еще две палочки этих. На. Что там, кушает она? Но ей понравилось. Лана? Вкусно? Лана, вкусно? Какая вкусно? Палочка вкусная. Она аппетитная, оказывается.
Ну, Лане понравилась палочка эта. Петигри, да? Угу. Наверное, всякие минералы там находятся, витамины. Наверное. Лана покушала палочку Педигри. Ей она понравилась. Очень вкусно. Прям захотелось облизнуться. Вот, а теперь она вот очень довольна. Аж настроение, да, улучшилось. Хорошая. Подарочек дали питомнике. Лана хорошая собака. Пи-пи. Молодец. Держи. Прости. Что, она не хочет? Лана. Ко мне. Ко мне. Барьер. Молодец. Здесь. Барьер. 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 О, все. А по вот это хорошо забирается. Да. Да, по это я сегодня пробовала. Подожди, надо вот так. Ко мне! Быстрей! Ко мне! Лана! Ко мне! Ко мне! Не, надо. Ну, да, почти. Лана? Потому что она скользкая. Ладно, пошли. Лана? Лана?
Ко мне. Ну, чтоб перепрыгнула, может? Да, что? Ко мне. Ко мне. Ладно, ко мне. Быстро ко мне. Быстрей. Молодец. Ну-ка еще раз давай. Да не надо ее тяжелать, ты слишком высокая. Она высокая, да? Да. Надо поучиться потом. Ай-яй-яй! Смотри, что ты мне кажется. Я поднимусь. Ну, все равно что-то грызет. Лана. А запаха нет. Держи. Держи. Пойди. Ну, возьми. Аппетит, да, ты запаздно. Так, пойдем. Ты смотри, чтобы она убежала. Ко мне. Печеньку будешь? Да. А через две недели будет 5 месяцев в Лане. А сейчас вот, покажи, Лана какая ты. Вот она. Лана у нас. Лана умеет команды. Лана, сидеть. Лана сделала команду сидеть. Лана, лежать. 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 Молодец, Лана. Легла. Лана, сидеть. Молодец. Лана, стоять. Лана стоит. Молодец, Сонечка. Лана рядом. И Лана сразу рядом. И сидит. Видите, какая Лана? Молодец. Лана. Ну-ка. А сейчас я скажу команду. Ко мне. Ну-ка, подожди, сиди. Лана, ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне.
Лана, ко мне, ко мне. Ко мне. Молодец, молодец. Такие команды, мама уже знает. Всем пока, до свидания.